Молодой стартап, расположенный в Бостоне, штат Массачусетс, представил свое последнее изобретение – дрон-гибрид, который появится на рынке уже этой осенью. Новинка сможет оставаться в воздухе дольше обычных дронов и перевозить тяжелые грузы. Стартап основал выпускник Массачусетского технологического института Лонг Пан совместно с группой инженеров. Они уверяют, что дрон-гибрид можно использовать для перевозки грузов весом до 4 кг, а в воздухе он сможет непрерывно проводить до 3 часов, летая со скоростью 55 км в час. Таким образом, устройство сможет перемещаться на 160 км за один полет. Для сравнения, большинство представленных на рынке дронов работают только от батареи и могут находиться в воздухе не больше 15-30 минут. Сложность при создании дрона заключалась в том, чтобы создать устройство, которое было бы достаточно легким для долгого нахождения в воздухе, но и вполне прочным, чтобы перевозить тяжелые грузы. Именно ради достижения этих двух целей инженеры и решили сделать дрон гибридным. Кроме обеспечения легкого и быстрого запуска, бензиновый двигатель также подзаряжает батарею во время полета. И хотя дрон нужно периодически заправлять, зарядка аккумулятора ему не требуется, а ведь именно на зарядку в традиционных дронах тратится много времени. Дрон-гибрид под названием Airborg довольно больших размеров – 150 на 90 сантиметров, а весит около 60 килограмм. Среди характеристик – вертикальный взлет и посадка, и возможность перехода в полу- или полностью автономный режим. Пан и его команда считают, что дрон-гибрид можно использовать для целого ряда целей – от дальнего наблюдения местности до доставки грузов. Дрон-гибрид будет стоить недешево и обойдется покупателям минимум в $100 000 в базовой комплектации, однако разработчики заверяют, что всегда смогут чуть изменить модель для нужд каждого конкретного клиента.